Для гостей дома ребенка его маленькие жители устроили настоящий концерт. Пели песни, танцевали, рассказывали стихи. Зрители, студенты и школьники приняли юных артистов на ура, встречали детей улыбками и бурными аплодисментами. В доме ребенка сегодня воспитываются несколько десятков детей с заболеванием центральной нервной системы, но тенденция такова, количество усыновленных увеличивается. Тем же, для кого дом ребенка – единственный родной дом, очень нужно внимание. Поэтому школьники и студенты здесь частые гости. Сегодня они пришли с подарками, игрушками, сладостями. А ученики 24-й школы подарили дому ребенка и всем его жителям картины, которые нарисовали сами. Это лучшие рисунки, которые были выбраны на специально организованном конкурсе. Все такие дети положительные, радостные, все хлопают в ладоши. Люди, которые приезжают сюда, они должны просто уезжать с такими положительными эмоциями, с такой радостью, счастьем, и тоже дарить это детям, потому что они, правда, нуждаются в этом. Ученики 24-й школы вот уже 5 лет подряд проводят акцию «Помощь детям», в рамках которой посещают дом ребенка. Обычно в День защиты детей и обязательно не с пустыми руками.